В преддверии празднования Дня России прошло торжественное вручение паспортов юным жителям района в рамках проекта «Движение первых. Мы – граждане России». В этом важном мероприятии приняли участие глава администрации района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Сегодня вы на руки получите основной документ Российской Федерации – это паспорт гражданина России. И я вам всем желаю, чтобы вы в своей жизни сделали правильный выбор. Сейчас ваша главная задача – это получить очень хорошее, достойное образование, выбрать правильную профессию, уважать родителей, уважать педагогов, которые учат вас, стать достойными гражданинами нашей страны. Я уверен, что впереди у вас светлое, хорошее, красивое будущее. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия. Впереди у вас долгий, долгий, красивый жизненный путь. Хочу вам от души пожелать, чтобы вы выбрали свою правильную дорогу. И в жизни прошли ее красиво, вместе со своими старшими, с друзьями. Красиво прошли этот жизненный путь. Поэтому удачи вам в этом жизненном пути. Меньше ошибок, побольше хороших друзей, побольше хороших советчиков вам в дорогу. И удачи. Большой удачи. Самым волнительным моментом стало вручение паспорта. Этот значимый документ вручил лично глава района. Каждый участник получил, помимо паспорта, еще и памятный подарок. В соответствии со сложившейся традицией, мероприятие закончилось совместным фото. Этот день станет запоминающимся для всех вовлеченных и, возможно, вдохновит молодежь на активное участие в жизни своего района и страны.